Здесь крой и сарафанов, и рубах безотходный. Здесь нет ни одной кривой линии. Все собрано и скроено по прямой. Из сундука русской красавицы. Коллекция Александра Колесникова представлена в Раменском историко-художественном музее. Александр Яковлевич – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный мастер России. Главным делом его жизни было сохранение традиционного русского костюма. Создавалась коллекция 80-е и 90-е годы 20 века Александром Яковлевичем Колесником и его учениками. Я попала к Александру Яковлевичу в 90-х годах. Вот, и безмерно просто счастлива, что познакомилась с этим человеком. Совершенно уникальный человек. Это была просто энциклопедия по жизни. Основная ценность коллекции женского костюма Северной Руси до Петровской эпохи заключается в том, что каждое изделие соткано вручную, украшено набивным и тканым рисунком. Набойные доски, которые мы здесь показываем, полностью вырезаны самим Александром Яковлевичем. Он вообще был большой мастер. Он умел не только шить, ткать, вырезать доски, он еще вышивал золотом, жемчугом, бисером. Плел кружева при необходимости, то есть всеми этими рукоделиями он владел. В коллекции насчитывается около 40 костюмов. Все узоры напечатаны с использованием натуральных красителей на масляной основе. Краситель создан на основе олифы из красных кленовых листьев. Александр Яковлевич сказал, что один единственный раз он смог подобрать листья, чтобы они были чистые, без изъянов, без прозелени, и из них получился бы вот такой красивый багровый цвет. Когда мы привозили эту коллекцию ко мне в художественную школу, вот откуда я родом, от Московской области, город Климск, и мои подруги выбрали каждая тот сарафан, который подходит нам по характеру. То есть моя учительница, у которой такой очень жесткий характер, она любит командовать мужем, она выбрала вон тот вот комплект, вот голубой там набойка, рубаха с ромбами. И Александр Яковлевич подошел к ней, объяснил, говорит, приехали сватать невесту. Но она вышла, и вот молча своим только одеянием она сказала, я за тебя пойду, но ты будешь меня слушаться. Об этом говорила как раз вот это вот на рубахе, вот эти вот ромбы, вышивка ромбами. То есть ромб – это женское начало. Коллекция Александра Колесникова экспонировалась более чем на 50 выставках, ведь подобную красоту невозможно держать в сундуке, говорят ученики Александра Яковлевича. Сарафаны украшали богато, потому что в северных холодных русских реках было много жемчуга. Мальчишки ловили этот жемчуг, потом с бабушками обрабатывали, сверлили дырочки и украшали сарафаны женские. Уникальная жемчужина коллекции – сарафан повивальной бабушки. Каждая жемчужина на этом сарафане, она показывает благополучно принятые роды. Говорят, что изредка были такие сарафаны, затканные, зашитые жемчугом сверху донизу. Выставка из сундука русской красавицы продлится в Раменском историко-художественном музее до 25 апреля. Екатерина Фролова, Сергей Григорьев, Андрей Минкин, Раменское телевидение.